Доброе утро, добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, в какое время вы сейчас смотрите это видео. У меня есть немного времени для того, чтобы немножечко убраться дома и почистить там, где я немножко запустила. И сегодня я хочу почистить компьютерный стул, вот этот, на котором постоянно сидят дети, и вы видите уже, какие на нем пятна. Нужно срочно его отмывать, потому что очень некрасиво уже выглядит. И отмывать я его буду с помощью вот такого средства, называется Solumel. Я прочитала много отзывов об этом средстве, что снимает любые пятна с любой поверхности, с мебели, с мягкого покрытия. И сегодня я хочу попробовать это сделать. Я вам покажу, как я буду это все отмывать, все эти пятна. Спасибо за внимание. Так, вот мой стол, на котором мы будем испытывать вот это средство. Смотри, здесь нарисованы такие шишки елочные, и запах у него тоже такого хвойного дерева. Я уже намочила тряпку, теперь все, что мне осталось, это хорошо смочить стул, всю поверхность стула, которая мягкая, и затем я буду спреить это средство на стул и на все эти пятна. Стул я уже смочила. Теперь я возьму это средство. Оно открытое здесь. Не видно, как это, на какой позиции. Ну, примерно вот так. Все это нужно будет распылить на все пятна, на спинке. Знаете, иногда дети и кушают за компьютером, когда что-то смотрит, или на уроке, когда делается компьютером, то они бывают что-то перекусывают. Но вы знаете, как дети, где-то пролили что-то, где-то что-то уронили, пятна какие-то сладкие и так далее. Не всегда это все увидишь, не всегда все это сможешь вовремя убрать. И таким образом, и не всегда есть на это время, таким образом вот получились такие пятна. Но попробуем. Сейчас это все немножечко постоит, впитается, откиснет. И будем отмывать, посмотрим результат. Я хочу показать. Я уже начала немножко очищать и жалею, что не начала это снимать на видео. Посмотрите, если вам видно. Пятна эти уходят просто на глазах. Вот от такого протирания. После этого стул, конечно, мокрый. Все это мокрое. Поверхность мокрая вся. И вы видели, что я не жалела этого спрея. Я спреила все очень хорошо. И пятна уходят. Надеюсь, что они не вернутся после того, как стул высохнет. Теперь я хочу показать вам сиденье, которое я еще тоже не мыла. Я просто его поспреила. Я вам хочу сейчас его показать. Посмотрите. Думаю, что не видно. Стул мокрый, я его уже отмыла. Пятен никаких не видно, как вы можете заметить сами. Вы видели эти пятна, когда он был сухой. Сейчас он мокрый, я его уже отмыла. Пятен не видно. Я думаю, что и когда он высохнет, пятен тоже не будет видно. Но посмотрим через полчасика, как он будет выглядеть, когда уже станет сухим. Ну что, друзья мои, отмыла я и этот стул с помощью средства Solumel. Посмотрите, как он стал чистый, черный даже стал, не то что серый, черный стал, как новый. С помощью вот этого средства. Это средство тоже концентрат. Продается вот в таком бутыльке. В нем 2 стакана этого средства 16 ОС. Разводится вот в таком спрей бутыльке. На обратной стороне этого концентрата есть описание, как пользоваться этим средством, как его разводить и для чего оно вообще нужно. Я вам сейчас немножко расскажу, для чего нужно это средство, что оно отмывает, какие пятна оно очищает. Итак, я хочу вам рассказать, какие пятна отмывает вот это средство, и если в вашем доме есть маленькие дети, и вы знаете, что они часто оставляют какие-то пятна от еды своими ручками, то
на мебели, на полу, на кровати, то с помощью этого средства вы можете эти пятна очищать. Конечно, намного легче это делать, если пятна свежие, то не нужно мочить, а просто поспреить этим средством и какой-то тряпочкой просто очистить и все, и промыть, и все. Но когда, конечно, пятна уже застарели, то нужно, чтобы немножечко постояло. Но у меня этот стул постоял мокрым, ну, я не знаю, может быть, пару минут, и все снялось, все очистилось, и стул стал таким чистым. Смотрите, очень многогранное это средство. Какие пятна оно снимает, я просто в восторге. Во-первых, это для ежедневной очистки оно подходит. Снимает пятна и также освежает воздух. И что здесь написано? Снимает пятна от маркера, от чернил, от краски, лак для ногтей. Вот эти пятна, которые с дерева, капли, знаете, падают, как воск вот этот, тоже снимает вот эти пятна. Жвачку, жир, пятна от еды и многое-многое другое. Также освежает, если вы хотите, если у вас есть животные, собака или кошка, и вы хотите помыть вот эту коробку, где находится их песок, то также с помощью вот этого средства вы можете это делать. Также освежает воздух, если в вашем доме кто-то курит, или вы пришли с работы, где есть курящие, и ваша одежда неприятно пахнет, то вы можете просто поспреить этим средством до стирки, чтобы этого запаха в комнате не было. Также убивает черную плесень, и то ведро или тот контейнер, где находится ваш мусор, вы можете помыться также с помощью этого средства. Как его разводить, подробно здесь все написано. Это все очень легко и все доступно объяснено, как вы можете этим пользоваться. Итак, если у вас есть маленькие дети, то вам не нужно бояться пользоваться этим средством, потому что оно абсолютно безвредно. Здесь нету ни отбеливателя, блича, ни аммония, ни каких-то токсических химикатов. И также еще здесь написано, что на всех средствах Милолуки, что вот эта крышечка, она открывается легко. Знаете, есть такие компании, есть такие средства, которые вы можете покупать в магазине, что нужно там или вот так прижать, и потом вы только можете открыть, или сбоку сдавить, и только после этого вы можете открыть, для того, чтобы дети не могли открыть. То здесь этого не нужно, потому что это средство попадет на кожу, или ребенок, если разольет и вдохнет эти пары, то никакого вреда ему не будет от этого средства. И также не нужно перчатки одевать, чтобы мыть. Я перчатки, когда мою этими средствами Милолука, я перчатки никогда не одеваю. И ни разу еще не было, чтобы я почувствовала какую-то сухость на руках, или мои руки стали трескаться. И так что вы можете пользоваться этим средством, но еще лучше дайте этот спрей ребенку, который сделал какой-то, посадил какое-то пятно на одежду, или на пол, или на кровать, или на стул, на что угодно. Дайте этот спрей ребенку, и пусть он отмывает. Потому что это безвредно. Этим средством могут пользоваться все без ограничения. И дети, и беременные, и кормящие. Потому что это средство безвредное, и нету никакого риска, что если вдруг это попадет в дыхание, в ваши легкие, что это может развить какую-то болезнь. Нет, это все абсолютно безопасно, и любой человек, в присутствии любого человека, может этим пользоваться. Удачи вам, берегите себя и своих близких, и пользуйтесь только натуральными средствами. Всего вам хорошего!